За последние сутки во Владимирской области выявлен 41 случай заражения коронавирусом. Это на 3 больше, чем накануне. Госпитализировано 7, на 3 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания ковидом в нашем регионе теперь 151 147. В лидерах по приросту ковров 12 заболевших за сутки. Муром на втором месте 10. На третьем Владимир и Гусь-Хрустальный, где выявлено по 5 заболевших. Летальный исход 1, так же как днем ранее. Общее количество погибших от новой заразы уже 3454. Число выздоровевших 45. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 146 461.